давайте напряжем сейчас. Вы хотите писать заявление, да? Вот давайте начнем писать заявление, потому что у меня кроме вас еще есть работа. Я ни в коем случае не хотел бы. Ну так спор. Можно все решить. Зачем вы его трогали? Вот зачем? Так в том-то и дело, что никто его не трогал. Он за рулем, он ведет машину, автомобиль. И в этот момент он говорит, я не знаю, где рыбалка. И ну, я уже не знаю, человек новый, может быть, человек новый. Хорошо. Он выполняет... Вы ведете видеосъем. Да. Он как бы выполняет работу свою. Смотрите. Вам нужно на рыбак. Вы можете подсказать человеку? Конечно, мы так и делали. Ну так а зачем его толкать там, ну как бы... А кто его толкал? А с чего он за рулем? Ну я же знаю это. В смысле? Он же за рулем едет. Так правильно, в том-то и дело. Вы на него навалились. Зачем? Что ему остается делать? В смысле навалились? А вы что, видели, что происходило? Возьмите у него с этого, с регистратора запись. Возьмем, конечно возьмем. Конечно возьмите. И вы всегда, увидите... Всегда ставьте себя на место водителя. Вот поставьте. Секундочку. Да. Можно я вот так сделаю? Да, не немножко вопрос. Слепит. Хорошо. Я не заморачиваюсь. Да. Смотрите, какая ситуация была. Человек говорит, я не знаю, где рыбалка. Мы едем с Подковы. Тут сколько проехать? Ну, 200 метров. 200 500. Метров. Ну, пусть 500, да. Я человеку говорю, ну неужели у вас в этом планшете нет программы? Человек ну, приехал нет, работать. Нет, да, у смотрите, нет, да. Я человек, который позвонил в 404. Да. Правильно? Да, вы заказали услугу. 100%. Все, вы тут правы. Я просто хочу приехать вот сюда. Все. Мне больше ну, не надо. Ну если бы вы сказали, я тоже не знаю, допустим, я не знаю, он бы... Забил в навигатор. Так в том-то все и дело. Знаете, в чем вопрос пошел? Что, типа, я не обязан, и мне это не надо, и я вообще временно тут нахожусь. Да меня это вообще реально не волнует. Я вот тут встал, вышел. Человек со мной, который был, поехал дальше на Попова. Мы так с и ним. Заказывало это такси на 404. Да. Нам не надо было ничего больше. Он начал, ну, грубить. Я говорю, я выхожу из такси, я приехал. Человек дальше едет на Попова. Вообще нет вопросов в расчете. Вы понимаете? Не, ну если вы надавили на него плечом. Да я вообще, да посмотрите его регистратор, какое плечо, вы что, я вышел. Не, я думаю, что это как бы инцидент за исчерпан, можно кофе выпить и все. Инцидент не может быть исчерпан по той причине, что я хотел из Подковы переехать на рыбалку, и есть реально, вот я возьму с видеокамеры я человек, с которым я еду, подождите секундочку, говорит о том, что я не обязан качать никакую программу, и я временно в такси, мне вопрос. Это вообще не важно, я в 404 позвонил, хочу переехать 20 метров ну, отсюда сюда. Ну вы сделали сюда. Проблему из ничего вообще, я понимаю, он должен... Вышел человек и ударил меня битой по ноге. Ну я не был, я не видел, как оно происходило. Ну а я был, я вам об этом объяснил. Легко. У вас есть с собой документ, который предоставил? Конечно, мой мультипаспорт. Пожалуйста. Там есть права, техпаспорта, неважно. Ну, ребята, так не может быть. Такси не может предоставлять такую услугу, что я должен проехать 3 метра, получить битой по ноге, выйти и с этого ничего не будет. Я ни на кого не налегал. Возьмите с его регистратора. Я и слов говорю. Посмотрите. Я не был с вами. С вами машины не вот было. Я слово говорю то, что я вам то, говорю мне честно рассказали. И адекватно. Мне не нужно это. Я каждый день на такси езжу. Конечно. Езжу. Ну, я и понимаю. Утром, и вечером. И плачу все время. Мне не важно. Человек какой-то неадекватный попался, взял, ударил меня битой по ноге. Дима, да? Да. Дима, Дмитрий у нас, вы знаете, что творится сейчас. Да, одного таксиста знаю. Зарезали, второго. Вот поймите, девочку поставьте. Там, да.
Вот поставьте себя на место вот таксиста. Вот это не та ситуация. Ну, точно. Ну, кто это знает? Кто знает, кто я вы знаю. Такой? Я знаю. Вон есть видеокамера. Я вам камера, отдам. Я понимаю. Камера, ну, это камера, я вам сдам эти. То, что происходило там. Я вышел из нее четко, сказал, он говорит, я буду нолик вызывать. Он этим бахвалился, вы понимаете? Дим, у нас я каждый день какие-то проблемы. Дим, я понимаю все. Но почему я должен из-за этого страдать, если я клиент, который рассчитывается каждый день? Возьмите, поднимите номера телефонов, с которых вызывают такси каждый день на этот адрес. Разве был какой-то нерасчет или еще что-то? Дим, я считаю, что выпить кофе с человеком. Нет, и давайте все. Знаете. Как? Ну, я не знаю. Человек вышел и ударил меня битой. Так бы, как бы и людям. Ну, я все понимаю. Но человек вышел и ударил меня битой. Ни за что. Я бачу, вы адекватная людина, якби можна, да. Можна, ну, можна это порешать. Может быть, есть запах. Ну, вы, Дима, поверьте, мы... мне да. надо было переехать из одной точки в другую. Не было вопроса, потому что человек, который оставался на заднем сиденье, он должен ехать был на Попова, и никто ничего не говорил. Ну, ребята, извините. Ну, а если бы у меня при себе было какое-то оружие, я ну, мог вот, бы его вот, применить. Вот он перестраховался, потому что вы надавили на него. В смысле? Ну, плечо, чем я надавил? В том, что сказал, едет. Что он вы... Он ведет машину, не дай смотрите, бог ДТП. Но он мне сказал, что он не должен в навигатор закачивать ту программу, которая ну. Должна регламентировать, где рыбалка, где подкова. Я обратился в 404 оказать услугу себе. У Дим, нас ну не было вопросов. Трудно было сказать, вот рыбак на набережной. Вышел, ну и все, на этом все. Ему. Ну, на набережной подсказали ну ему, все, и все. Подсказали. И вот смотри, полчаса его. Своего времени убил. Так, да. Наши людей, как бы тоже на службе, сейчас придурки надо ловить. Человек а он занимается... меня реально в ногу ударил битой. Кофе, вы пейте с ним и все. Я думаю, что то есть, ну, якось решите. Да? Решите без бумаг вы здесь. Бывший таксист, да? Да. То есть у меня был случай, когда мне пытались накинуть это. Вы в курсе, шею, что это такое, как бы, правильно? Да? Вот мне, вот, когда, вот пытались, реакция, когда мне угрожали ножом, вот его реакция, блин, возле копилки, да, то есть да, как бы, да, в данном случае я не понимаю. Вот реакция, да, себе, да, тем более вы работали в такси. Я понимаю, но я не понимаю, откуда за счет, он знает, за счет, кого он везет, вот скажи. Я понимаю, да, я вышел из машины, открыл дверь, вышел из машины, в сторону Евродома, и сказал, ну вот он, рыбалка. Я сижу сзади, на заднем сиденье, то есть как бы, я еду дальше. Он выходит избитый и хуярый человек. Я без этого. Ну вот на ровном месте, то есть как бы. Ну, в чем тут... вопрос? Ну, пацаны, это неправильно. В чем ну, вопрос? Откуда он знает, подожди, что у тебя в голове, Дима? Еду сзади. Ну, пойми, человек ты водитель, вышел. Он водитель. Вот человек таксист вышел. Бывший, да. Подожди, человек я вышел. Я клиент заказал такси. Да. Подожди, человек вышел уже. И получил ногой... в ногу битой. Ребята, ну как можно это? Можно вам еще да. Человек вы вышел уже. Есть, как бы, да, я вот я сижу дальше. Еду дальше еще. То есть как бы на следующую точку действия, следовательно. Не было вопроса в расчетах вообще. Мы заговорили о том, что человек говорит, я временно тут, ну... Да, я услышал. Товарищ Евродом, заступник директора.